Австрийцы Барбара Сильна и Юрий Куракин, но, по большому счету, не из Австрии, ни партнерша, ни партнер. Ну, так как есть место в австрийской сборной и есть спортсмены, попадающие по своему уровню катания в сборную Австрии, почему бы их не использовать на таком турнире, как чемпионат Европы? Она из Чехии, Юрий из Эстонии, живут и тренируются в Грац под руководством Барбары Фузар-Поли, ни много ни мало. Грац – прекрасный город. Посетите при возможности. Тем более там и турнир по фигурному катанию проводится по осени. Даже зимой. Неважно. Смотрим. А судьям понравилось, равно как понравилось и тренерам. Любопытно, да, что когда-то танцевавшие вместе Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргарио уже многие годы выступают в качестве конкурентов на международной арене и тренируют различные танцевальные дуэты. Могу ошибаться, но, по-моему, у Маурицио пока получается получше. Или, может быть, он себе тренерскую команду нашел поинтереснее. Так мы чаще видим, что те, кто вместе танцевал, да нет, наверное, это я что-то выдумываю, чтобы вместе тренировали, такого можно, конечно, вспомнить, но все-таки в основном, если только супружеские дуэты, и то, опять же, если не ошибаюсь, Жрек Крылову с Паскуали Камерленго вместе никогда не танцевали. Крылову всего, что добилась на международной арене, она достигала вместе с Олегом Овсянником. Ну да ладно. Сейчас мы посмотрим, что арбитры поставят австрийцам не австрийского происхождения. Пока оценка стремится к 50 баллам. И до этой суммы никто еще не добирался. Кортни Мансур, Михаил Чешко, 47-33. Финны Олеся Карми, Макс Литхольм,
46-98. И дальше уже почти 4 балла отрыва от ближайших преследователей. И могут сейчас стать первыми спортсмены из Австрии, кто получит плюсовые оценки за каждый из технических элементов. У текущих лидеров Мансур Чешки есть нулевая оценка за серию твизлов второго уровня. Вот сейчас, если частичную дорожку шагов австрийцам арбитры оценят на плюс, то тогда у них все оценки будут положительные. Пока по нулям прошлись все судьи. Ну и, видимо, все-таки этот самый нолик так и останется. Не закроют они очередным плюсом свой пятый технический элемент из пяти. Но, тем не менее, оценка сейчас колеблется в районе 49 баллов. То есть, фактически, сейчас могут выйти на первое место Барбара Сильна с Юрием Куракиным и всерьез претендовать на то, чтобы отобраться в произвольный танец, так как в третьей и даже в четвертой группе участников есть спортсмены, которые дебютируют, в частности, датчане есть, родной брат Николаса Бакланда Джозеф Бакланд дебютирует на чемпионате Европы, есть малоизвестный поляки Калишек Сподырев, партнерша может быть только из Польши, Максим Сподырев нет, конечно. В общем, есть кого обыграть, скажем так. Очень много дебютантов на этом первенстве континента. Оценки Барбаре и Юрия. Оценки очень высокие, но во всяком случае на этом уровне 49-27. Не скрывают собственной радости спортсмены, при том, что у них личный рекорд чуть выше 50. Но, тем не менее, с этой оценкой вполне можно претендовать как минимум на произвольный танец. Неплохо. В прошлом году они были 25-ми и даже близко не подошли к попаданию в произвольный прокат.